התחלתי להגיד ולהודות לאנשים שתורמים מעצמם לקהילה. Я начал благодарить людей, которые жертвуют собой ради общины. אתם יודעים, אנחנו, לא יודע, רובנו גדלנו בעולם טף כזה, בעולם כבד. Мы, большинство из нас выросли в таком жестком мире. ואני חושב, אם אני אשאל איש-איש, אז לא ממש ידענו איך להודד, איך להודות. И если я спрошу каждого сейчас, то, наверное, не все мы знаем, как нужно благодарить и как ободрять. Но я думаю, что этому всегда важно научиться. У нас дома есть собака. И когда мы вечером выходим, чтобы прогуляться с ней, и тогда мы начинаем ей говорить, какая ты красавица у нас. И она слышит. И ты видишь, что это просто собака. Но она настолько ободряется. Она начинает бровями дергать. Я могу сказать, что мы не всегда делаем это человеку. Я хочу покаяться и ободряю вас покаяться. Особенно наших детей. И наших жен, мужей. Которые терпят нас. Научитесь ободрять. Я вижу, как Сергей сразу начал ободрять Валентину. Очень важно. אולי במרחק, אבל הם גם חברי קהילה, באוקראינה, ברוסיה, בארצות הברית, בגרמניה. יש אנשים שהם חלק מקהילה שלנו. И я хочу сказать тем людям, которые часть нашей общины, несмотря на то, что они живут в других странах, מתפללים עבורנו, מכירים אותנו בשמות. В Америке, в Германии, они молятся за наши проблемы, они знают нас. משתתפים בכל מיני הוצאות ופעילות שלנו. Знают нас по именам и участвуют во всех наших видах деятельности, расходах. אז שאלוהים יברך. Пусть Господь благословит вас. Окей, עכשיו אנחנו באים וממשיכים ראשונה אל הפטרוס. אני התחלתי אותה לפני כמה חודשים. И мы сейчас продолжаем изучать первое послание Петра. Я начал это изучение несколько месяцев назад. לפני נסיעה שלה להולנד ולברזיל התחלתי את זה. До поездки в Голландию, в Бразилию начал. ואני רוצה לסיים את זה לפני נסיעה הבאה שלי. Я хочу завершить эту серию учений до своей следующей поездки. И когда мы изучаем 1 Петра, естественно, мы прыгаем на различные аспекты. Но это нормально, таким образом мы даем Духу Святому направлять нас. Чтобы он показал нам актуальные вещи для тебя и для меня сегодня. וכל אחד, כשהוא מפרש, כמובן, משתמש באמוציות וגם בהדרכה וחיפוש ואינטרס הפנימי. И каждый, который толкует, он руководствуется своими эмоциями и внутренним интересом. אז אני מבקש סליחה אם אני לפעמים יותר מדי מיסטי בפירושים. И я прошу прощения, если, может быть, я иногда слишком мистичен в своих толкованиях. אבל אני חושב שגם כדאי לנו להתבונן על אלוהים ולחפש את הסוד ממנו. לא רק דברים שבפשט אנחנו רואים. Я думаю, что нам нужно действительно сосредотачиваться на Боге и искать те тайны, которые сокрыты в нем, не только те вещи, которые мы видим просто и на физическом уровне. Как они, ואני חושב, ככה הרבה מאיתנו. Я так думаю, я думаю, что многие могут присоединиться к нам. אז בשביל להזכיר בקצרה, ממש בריצה הראשונה אל הפטרוס. И для того, чтобы быстро пробежаться по первому Петра, я хочу напомнить. Петрус, кивьяхоль, как они руе, котевли иудим ба диаспора. Петр, так я по крайней мере вижу,
пишет евреям в диаспоре. Естественно, каждый верующий может найти что-то полезное для себя, но то, что я вижу, кому он пишет евреям, верующим в Иешуа, которые рассеяны и живут в диаспоре. Велифи психология, велифи терминология, זה מאוד מתאים לנו, כי אנחנו חזרנו מדיאספורה, ובגלל זה אני רואה כמה אקטואלי דבר הזה עבורנו. И по психологии, по терминологии, это послание очень актуально для нас, потому что мы в основном большую часть своей жизни провели в диаспоре и вернулись в землю Израиля, и для нас это очень полезно. ולפי בניית מילים, איך פטרוס משחק במילים, И игра слов в этом послании, как Петр использует ее, и свет, и тьма, она очень актуальна для Израиля. Израиль принял свет и послание от Бога. И язычники находятся во тьме. И приходит Иешуа. И он помогает язычникам также зайти в этот свет. Но Петр также говорит о том, что не весь Израиль, те, которые израильтяне, находятся во свете. И он говорит, что даже те, которые евреи, должны вернуться и познать Бога. И хотя Петр здесь говорит и про глобальные вещи, он также и прикасается к тому, что очень простое и каждодневные заповеди, которые нам нужно соблюдать. Когда он говорит, вы проходите различные испытания, не страдайте от этого. Зайдите в это и пройдите это с честью. И научитесь. Мы, те, которые живут в Израиле и немного знают иврит, даже само слово «опыт» или «испытание», искушение, оно переведено, тот же перевод мы переводим слово «опыт». Когда ты проходишь тяжелые вещи, ты также учишься. Когда я женился на своей жене, это было где-то 25 лет назад, сейчас нам точно скажут. Я не очень помню числа. Я работал небольшим кабланом здания, небольшим, как это, подрядчиком строительным. И зарабатывал, было нормально, неплохо. Но в один день нас подставили. Я и ее брат и много потеряли. Я очень злился. Но потом я выяснил, что такой опыт и такая жестокость я не смог бы получить ни в каком другом образе. И здесь Петр говорит нам, когда нам приходится проходить трудные вещи, и мы страдаем и душевно, и физически, и нервы тратятся, и голова болит, то нужно набраться терпения. И также молиться много. Бог, научи меня. Бог, помоги мне принять из этого опыта мудрость. И вот здесь Петр объясняет.
И также в первой главе мы учили, что пророки говорили о наши дни, про наши дни. И они говорили такие вещи, что в последние дни с одной стороны будет намного сложнее верить в Бога из-за падения моральности, которая происходит в последние дни. Но с другой стороны, если вы будете идти за верой, то вы больше и больше будете видеть, как укрепляется сила воскресения из мертвых. И мы можем увидеть даже больше, чем предыдущие поколения. Так говорили пророки. И у нас нет никакой причины им не верить. Если вы посмотрите на это Евровидение, которое сейчас проходит в Тель-Авиве, это просто и праздник о моральности. 10 лет назад такого не было. Но здесь просто мы видим, как все нечистое подчеркнуто. И если в этом пророки были правы, то они будут правы и в том, что если мы в последние дни будем искать Божьего лица, то мы, да, увидим Его силу и Его особые проявления даже больше, чем видели поколения, которые предшествовали нам. Это как женщина, которая беременная. Чем дальше она продвигается, тем больше она чувствует ребенка. И мы приближаемся к возвращению Иешуа. Поэтому мы должны чувствовать Его силу намного больше. Люди, которые не верят в Его имя, наш ортодоксальный народ, они говорят, мы чувствуем, что Машиах приближается. Так насколько больше мы должны, те, которые познали Его имя, чувствовать Его силу и чувствовать Его и искать Его. Но рутина этого мира иногда закрывает нам глаза. И Петр здесь продолжает. И особыми заповедями он говорит нам. Он говорит нам в простоте. В первой главе, в 13 стихе, пробудитесь и не спите. Пробудитесь. Пасук 22 стих. Очистите ваши сердца. Попросите у Духа Святого говорить вам в сердце. И почувствуйте, что угодно Богу, а что нет. Во второй главе, в первом стихе написано: отложите всякую злобу от вашего сердца. И давайте мы будем искренни. Иногда наш язык не чист. Иногда мы спускаемся к мыслям этого мира. И то, что Петр говорит здесь, это усилие. Усилия, когда вы прилагаете его для того, чтобы не думать о всяком любом зле.
И во второй главе, в четвертом стихе мы выучили, что мы должны прийти к нему как камню жизни. И если вы посмотрите другие мои проповеди в интернете, то вы увидите, что я говорил много о камнях, которые символизируют Машиаха. Я помню, что я говорил о том, когда Иаков и Лаван заключили договор, и они в знак этого договора поставили камень и назвали его Гилад. И те, которые понимают иврит, они знают, что означает имя или название Гилад. Гилад. Ленецах, нецхи. То есть это во веки веков, это что-то вечное. И это указание на Мессию. И вообще Святые Писания очень много говорят об этой теме. И мы, многие из нас, изучали в школе химию. Мы знаем, что состав камня и состав песка одинаковый. Но чем отличается песок от камня, это соединение. И мы знаем, что Израиль сравнивается с песком морским. И написано в послании Римлянам 9 главе, написано, что даже если Израиль будет как песок морской, то только остаток спасется. И Аврааму Бог говорит, что твои дети будут числом как песок морской. И вдруг мы начинаем думать. И мы вспоминаем ту притчу, которую говорил Иешуа. Если кто-то захочет построить свой дом на песке, то он не преуспеет. Но если построить свой дом на камне, тогда ему будет хорошо. И вот мы видим, что мы, как народ Израиля, мы обязаны продвигаться и приближаться к Мессии. Потому что только соединяясь с Ним, мы станем камнем. И будет ответ и реакция эсхатологическая, которую Бог обещает всему миру. И, конечно, все помнят место Писания из книги Даниила. Когда он видел эту огромную статую идола, сделанную из серебра, и золота, и меди. И толкование было таково, что эта статуя представляет собой царство этого мира. И камень от Бога упал на эту статую и разбил ее и наполнил весь мир. И вот вопрос у нас. Где мы хотим быть? С кем мы хотим быть? Кому мы хотим присоединиться? И сейчас мы будем изучать следующую тему. Давайте мы сейчас прочитаем 1 Петра 2 глава с 13 по 15 стихи. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли как верховной власти, правителям ли как от Него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». השם של השיעור על הפסוקים האלה אני נותן כבדת
И название этой темы я хочу дать следующее. Уважайте власть. Мы живем в государстве. Мы живем в государстве Израиль, а другие люди в разных других государствах. И есть такой вопрос, насколько нам нужно уважать и принимать власть нашего правительства. И насколько нам нужно принимать и уважать те законы, которые происходят в стране. Эта тема всегда интересовала верующих людей. Потому что иногда есть такие страны, где законы противоречат Божьим принципам. Например, гармония семьи. И как воспитывать детей. Или как относиться к абортам. И Святые Писания дают нам очень простые и понятные правила. Если речь идет о законе, то соблюдайте закон. Но если законы страны противоречат тому, чтобы вы почитали Божьи законы, или обязывает вас идти теми путями, которые не основаны на Божьем Слове, то здесь вы можете сказать: с этим я не согласен. Если правительство требует от вас платить налоги, то это вполне нормально, потому что таким образом держится любая страна. Но если страна запрещает вам говорить вашим детям о Боге, о Иешуа, или страна говорит вашим детям, что другой состав семьи, он тоже нормальный, тогда мы должны здесь остановиться и сказать: нет, здесь мы будем придерживаться того, во что мы верим. Если вы хотите быть и такими, то это ваше дело. Я и мой дом, мы будем придерживаться того, что написано в Божьем Слове. И я хочу продвинуться. Из-за нашего отношения к законам или к поведению других людей возникает вопрос, насколько мы можем терпеть. Давайте мы прочитаем еще три стиха, 19, 20 и 21. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Машиах пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его». Как понять эти слова? Очень просто. Если ты едешь 130 км в час там, где этого нельзя делать, тебя останавливают и дают тебе штраф. Но ты пострадал здесь не из-за своей веры в Машиаха. Ты просто пострадал из-за своей глупости или потому что тебе очень сильно хотелось поехать быстрее, чем положено. И ты за это заплатишь. Почему я говорю об этом стихе? 2 недели назад у нас была война в Газе. И я поставил пост в Фейсбуке. Я написал такое: как я, будучи отцом, как бы я хотел, я как отец и как лидер общины,
Как бы я хотел, чтобы эту газу просто разбомбили на мелкие кусочки. Но только чтобы не отправляли туда наших солдат, наших сыновей, которые туда зайдут и будут умирать. И вдруг начали мне люди писать. И они мне начали писать такие вещи. Как ты, пастор общины, пишешь такие вещи, написано «подставь вторую щеку». Вы знаете, есть беспорядок в этом мире. И люди не понимают, когда нужно подставлять вторую щеку, хотя Новый Завет и Святые Писания очень ясно об этом говорят. Если ты пострадал как верующий в Бога или в Машиаха, то здесь Святые Писания говорят тебе: страдай в терпении. Потому что ты сохранил святость Его имени. Потому что ты не хотел спускаться со своих принципов, и ты провозгласил веру в Бога и Его царство на этой земле. И Петр говорит здесь: и Иешуа страдал за правду и за свой статус. Но когда говорится о воровстве, скажем, или кто-то тебе причинил вред, не из-за веры, а из-за того, что ему понравилось твое кольцо. Или ему плевать на твои права, например, это твой работодатель, который меньше тебе заплатил и не соблюл права твои, предусмотренные законом. И здесь не говорится про Иешуа и про правду и про Божий принцип этого мира. Так что нужно страдать из-за этого? Или кто-то хочет стереть твой народ с карты? Написано в Святых Писаниях: я возвращу вас в эту землю из всех народов и дам вам эту страну, эту землю. Так здесь подставить вторую щеку — это глупость. И здесь нет никакого пацифизма. Так нужно различать вещи. И где говорится о законной, о легитимной правде, то очень важно стоять на Божьем принципе. И нужно идти этим путем. И я еще раз хочу сказать, что я как отец и как пастор общины, я молюсь каждый день за укрепление нашей армии и против всех террористов и агрессоров, выступающих против Израиля. Я не очень рад за нашу страну, которые из-за этого Евровидения они отказались от более важных вещей и не делали то, что нужно сделать. Я не против арабов. У меня есть друзья арабы. Я молюсь за спасение людей в Азии и во всем мире. Но когда речь идет о террористах или о целых государствах, которые хотят уничтожить нас, тогда я просто прошу, чтобы Бог дал силу правительству и нашей армии сделать так, чтобы они им руки связали надолго. Это Святые Писания. Окей, давайте мы продолжим. И перейдем к третьей главе.
וכאן נושא מאוד מאוד מעניין. И здесь очень интересная тема. וכתוב פה כך, אני מתחיל לקרוא מהתחלה, וגם אנחנו נפרש פה כמעט כל פסוק, כי מדובר פה על יחס גבר ואישה. Я буду читать с самого начала, и мы будем разбирать каждый стих, потому что здесь говорится об отношениях мужей и жен. ואתם יודעים, לא פטרוס, אלא שאול. И вы знаете, что не Петр, а Шауль в его послании к Ефесянам он сделал такое сравнение между отношением мужа и жены и отношением Бога с верующими, между Иешуа и его общиной. И там он использует слово «тайна». И он проводит параллель. И вот Петр также пишет об этом. И я вижу связь с тем, что я говорил до этого. Когда мы приближаемся к приходу Машиаха и исправлению всего, и здесь есть ясные заповеди, как относиться в этом мире ко всему, и как относиться к тому хорошему и не очень хорошему, что есть внутри нас, как исправляться. Здесь также Петр приводит нас к теме отношений мужа и жены. היכנעו לבעליכם, וכך, אם יש שאינם מציתים לדבר, יקנה ליבם לא על ידי דיבור, אלא על ידי התנהגות הנשים בריאתם, את התנהגותם התהורה המלווה ביראה. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие. И здесь много нечего толковать. Творение, сотворение жены осталось тайной для каждого мужчины. Даже Адам спал, и когда во время его сна Бог создал ему жену, и нет никакого сомнения, что в женщине есть нечто мистическое. И у женщины есть сила устроить или разрушить свой дом. Возможно, у мужчины есть сила зарабатывать для своего дома. В современном мире это тоже под вопросом. Но у женщины есть внутренняя сила, возможность или устроить, или разрушить свой дом. И нет никакого оправдания. Если женщина говорит, вот он делает так и так, тебе нужно прийти к Богу или к женщинам, у которых есть опыт, и принять такие советы. Потому что Святые Писания без сомнения говорят, что у женщины есть внутренняя сила. И здесь Петр говорит, что это не сила разговора или убеждения, или то, что ты можешь объяснить все. Но внутри женщины есть божественная сила. И если она ведет себя дома правильным образом, тогда есть влияние, которое влияет на все.
И, возможно, твой муж не верит в Бога. И вообще у него отношение к жизни и к тебе, можно сказать, свинское. У тебя есть сила изменить его. Если у тебя будет правильное отношение. Это не значит, что нужно ему позволить делать все. И ему нельзя тебя бить. Но у тебя есть мудрость, которая сокрыта внутри. И тебе нужно найти способы вынести ее. И Бог укрепит эту мудрость и силу, сверхъестественной силой, и ты преуспеешь в устроении своего дома. Нет такого сомнения, что молитва женщины, возможность молитвы женщины, мужчина даже не может понять, что это. Потому что внутри у женщины есть что-то внутреннее и мистическое. И, возможно, не все знают, но Дух и Дух Святой на иврите — это женский род. И есть эта поддержка Святого Духа. И если у тебя есть достаточно терпения, и, естественно, тебе нужно просить и искать мудрости, то есть обещание. И это не нечто маленькое. Обещание Святых Писаний. Что ты сможешь привести своего мужа в правильное место. Я продолжаю читать. ענווה ושקיטה אשר אשר יקרא וכי מאוד ואי מאוד בעיני אלוהים. Да будут украшением вашим не внешнее облетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Иногда в консервативных общинах объясняют это место Писания, что женщина должна одеваться в одежду, которая похожа на мешок. Не об этом здесь написано. Но здесь да написано, что קהילה לא צריכה להפוך להיות במקום של למי הבגד יפה יותר. Что община не должна стать местом соревнования, у кого красивее платье. אתם הבנתם מה אני אמרתי? Вы поняли, о чем я говорю? מה אתה, אני עכשיו פונה לגבר, מה אתה רוצה שהאשתך תיראה מכוערת? Я сейчас обращаюсь к мужчинам. Кто хочет, чтобы его жена выглядела уродливо? Я не думаю, что здесь найдется хоть один мужчина такой. Естественно, хорошая одежда стоит денег. Поэтому тебе нужно работать еще немного больше. Но нельзя, чтобы община стала и конкурсом красоты. Ничего здесь не написано о том, чтобы вместо платья одевали мешки. Но то, что нужно покрывать, должно быть покрыто. И также и своей одеждой можно дать славу Богу. Но здесь Петр говорит о качественном духе. О возможности женщины не показывать агрессивные вещи. Манипулятивные. Но те, которые в тайне. Внутри себя. Шомрим аль йофи шел Элохим.
хранят в себе красоту Бога. Ве кмо эдим, кмо рех нехох шел босем, пашут овдим блимилим. Который как драгоценный аромат работают без слов. Ве камуван гам саар, гам бегет, гам захав, зе беседр гамур. И поэтому и волосы, и одежда, и золото, все это нормально. Но это должно быть на правильном и месте. И здесь ставится ударение на красоте, на кротком и молчаливом духе внутри. И здесь Петр сравнивает наших жен с Сарой. ותסתכלו על חיי שרה. И посмотрите на жизнь Сары. אני מאוד מציע גם לגברים וגם לנשים לקרוא סיפור של אברהם במלואו. Я хочу посоветовать и мужьям, и женам еще раз прочитать всю историю Авраама. כי שם כתוב שסרה לא הייתה אישה שקטה. Потому что там не написано про Сару, что она была молчаливой женщиной. Афилу Элохим ая омер леавраам такшив леколь сара. Даже Бог сказал Аврааму: прислушайся голосу жены своей. Киеш эзурим бехаейну. Потому что есть такие такие места в нашей жизни. Бли ицашел иша. Когда без совета жены мужчина не знает, что ему делать. И правильное слово от жены может дать ему способность продвинуться вперед. Или остановить его, когда не нужно идти. И все это основано на ее внутренней способности устроить дом. И в 7 стихе Петрус умер лигварим. Петр говорит мужьям. Векен атем баалим аю яхад имахен בידיעה שהאישה היא כלי חלש יותר ותנו להם כבוד כשותפות בנהלת חסד החיים למען לא תעכבנה תפילתיכם. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. И здесь написано слово «наследие». Другими словами, если мужчина унижает женщину и ставит ее в угол, он не наследует то благо, которого ему приготовлено на небесах. И здесь Петр, как и Малахия в прошлом, говорит одно и то же слово. Если ты ссоришься со своей женой, то твоя молитва уперлась в потолок. Она не поднялась на небо. Бог не получит ее. Ты не можешь почувствовать себя חזק וצדיק עם התרב לאשתך. Ты не сможешь чувствовать себя сильным и праведным, если ты ссоришься с женой. אני מדבר על פטרוס, אבל לשנייה אני פונה לשאול. Я говорю про из Петра, но я хочу обратиться к Павлу. ושאול אומר מילה כזו, אל תלכו לישון עם כעס. Павел говорит такие слова: не идите спать, если вы сердитесь. В гневе. В гневе. שם כתוב לא Солнце да, не заходит во мне. Дубар, альмаумер. О чем он говорит там? Лифамим анахну касну. Иногда мы равную меша. Разгневались, мы поссорились с женой. Вехарках лайла. И потом наступила ночь. Анахну ковцим лимита. И мы ложимся спать. Вегам ми вакшим мимена это от яхас. И еще просим, чтобы она к нам как-то отнеслась хорошо. Аваль יש מיסטיקה בדבר הזה. Но в этом есть мистика. כי הדברים כאלה כשהם קורים בכעס ובריב. Когда происходит гнев и ссора. ואחר כך אתה הולך ואתה רוצה להיות קרוב עם אשתך. А потом ты идешь и хочешь близости со своей женой. אתה בעצם מייצר דברים
Ты производишь в духовном мире דברים שיכולים לגרום לבעיות רבות, גם פיזי, גם רוחני, כל מיני דברים. Те вещи, которые могут привести ко многим проблемам и в физическом, и в духовном смысле. אחד מקבד את השני. Один уважает другого. ואם יש ריב, וזה קורה. И если есть ссора, и ссоры происходят. אנחנו לא מושלמים. Мы не совершенны. אבל זה קורה, ומאוד חשוב. דחוף לנסות לפייס את העניין. И это происходит, поэтому очень важно срочно, как можно быстрее помириться. ואם אתה, או אתה או את. И поэтому, если ты мужчина или ты женщина. אתם מחזיקים את יכולת שלכם לבקש סליחה. Держите внутри эту способность попросить прощения. הוא ראשון יבקש ממני. Пусть он первый просит прощения. הוא לידי בברכיים שלו. Пусть он у меня в ногах валяется. או להפך. Или наоборот. אז בעצם שניכם חוטאים לפני אלוהים. Тогда вы оба грешите перед Богом. ואני עכשיו מדבר עוד יותר ברור. Я хочу еще более ясно сказать. כשיש כעס ואין סליחה בבית. Когда есть гнев и не прощение дома. אז בעצם אני לא מאמין, אתם יודעים, ביהדות האורתודוקסית. אני לא מאמין בזה, אבל אומרים. В ортодоксальном иудаизме я в это не верю, но там говорят. שכשיש קשר בין אישה וגבר. Когда есть связь между мужчиной и женщиной. ואין שלום ביניהם. И эта связь происходит не в мире. זה מייצר שדים. То рождаются бесы. אני לא מאמין ב. תיאוריה כזו. Я не верю в такую теорию. אני לא בדיוק חושב שככה נולדים השדים. Я не думаю, что тут так появляются бесы. אבל בלי ספק. Но без сомнения. ההשפעה הרוחנית. Духовное влияние. מתפתחת והורסת לא רק משפחה. Развивается и рушит не только семью. ודברים שבניתם שנים רבות. И те вещи, которые вы строили на протяжении многих лет. יכולים להיהרס ככה במכה אחת. Все это может быть разрушено одним в один момент. אם אתם לא מסוגלים אחד לבקש שני. לבקש סליחה אחד מהשני. Если вы не способны один у другого попросить прощения. זה דבר מאוד עמוק והוא מאוד מאוד רוחני. Это что-то очень глубокое и очень духовное. ואם אנחנו מסתכלים על אגרת של הפטרוס כעל מסר מאוד מכוון למאמינים. Если мы смотрим на послание Петра как на послание, направленное верующим. איפה שהוא אומר, חבר'ה, משיח עוד מעט תחזור. Где-то он говорит, Машиах скоро вернется. אתם חייבים להיות מוכנים. Вам нужно быть готовыми. אתם עכשיו צריכים להרגיש כוחו יותר משל היה לפני 2000 שנה לפני. Вам нужно сейчас прочувствовать его силу больше, чем это было 2000 лет назад. והוא גם פונה ליחס בין גבר ואישה. И он также обращается к отношениям между мужем и женой. אז הוא לא סתם כותב את זה. И он не просто так это пишет. כי הוא פשוט מעביר רגש. Потому что он здесь передает чувства. וכשאני קורא את המילים האלו. И когда я читаю эти слова. אני כמעט שומע פטרוס לא אומר, צועק. Я практически слышу, как Петр не просто говорит, а кричит. הוא צועק. Он кричит. Он говорит, как если мы еще ближе находимся к пришествию Мессии, то нам нужно быть не спать. И просить у Духа Святого ходить в праведности. И устроить свою семью в гармонии и в совершенстве. И если ты считаешь себя важнее своего супруга, то тогда будь способен попросить прощения. И увидеть, что и ты здесь что-то сделал не так. Потому что все всегда работает вместе. Он не говорит, здесь ты преуспеешь, а здесь нет. Но он говорит, ты можешь разрушить все. Или все устроить. На этом моменте я хочу завершить. ובשבת הבא אני מקווה לסיים
И в следующий шаббат, я надеюсь, закончить учить из первого послания Петра. Но я хочу завершить с молитвой. Отец наш Небесный, я молюсь, чтобы Ты высвободил Святой Дух. И чтобы Он говорил в наши сердца. Но чтобы не Леон, а Святой Дух говорил в наши сердца. И помоги нам завтра быть лучше, чем сегодня. И помоги нам завтра чувствовать себя ближе, чем сегодня. И помоги нам чувствовать силу юбилея Иешуа Мессии, который высвобождается завтра больше, чем сегодня. Я молюсь за исцеление наших семей. Я молюсь за исцеление наших детей. Которые пострадали от ссоры своих родителей. Я молюсь, Господь, чтобы это слово было актуальным для нас. И сохрани нас в Твоем мире. Во имя Иешуа Мессии. Давайте мы встанем.